Друзья, все-таки дождались мы дна биткоина, и теперь биткоину нужно пробить большое сопротивление на уровне 45 тысяч долларов. Почему я так решил? Потому что я узнал про новость, что основатель Terra Luna Док Уан собрался покупать биткоины. Вначале он говорил на 3 миллиарда долларов, теперь говорит на 10 миллиардов долларов. Это все он делает для поддержки своего стейблкоина UST. Ну и вы понимаете, что вряд ли человек с 10 миллиардами долларами будет сидеть, репу чесать и думать, изучать технический анализ и гадать, когда ему лучше купить биткоин. То есть, скорее всего, биткоин на этой неделе будет пробивать 45 тысяч долларов, и он это сделает. Также Terra Luna и Torchain с тикером RUN собрались открывать DEX, децентрализованную биржу, где можно будет покупать биткоины за UST. Это очень хорошо повлияет на цену самого биткоина. Ну и сам Док Уан на одном из последних подкастов заявил, что одно из самых больших его вложений является Torchain RUN. Он держит очень много руна в своем кошельке. Поэтому, если Луна уже сделала где-то более 100 долларов в цене, может и дальше расти, тем не менее Torchain сейчас находится на вкусной цене 8 долларов. Поэтому я считаю, что RUN для меня теперь является одним из лучших вложений, и я считаю, что RUN может достичь 150 долларов до конца этого года. Если вам понравился контент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и алга!